Ребята, сори, мы тут так возбуждены. Здесь у нас Джейсон Росс, доктор Росс, это основатель компании Infinii. Здесь у нас представитель русскоязычной поддержки, это Надежда. Она приехала специально из Флориды сюда, в Хьюстон, в Техас, для того, чтобы всех поприветствовать и вместе с нами отпраздновать грандиозное событие, открытие русскоязычного рынка. И здесь с вами Алексей. Я буду вести это событие сегодня в прямом эфире. И также у нас специальных два гостя. Это Алексей Ридель. Он летел 30 часов из России сюда, в Хьюстон, чтобы познакомиться с руководителем компании Infinii. И также у нас здесь Алексей Михайлов. Он подъехал сюда. Алексей, микрофон. Так, и также мы хотим сейчас с вами поделиться совершенно шикарными новостями о том, что сейчас происходит. Но прежде всего хотел бы передать сейчас микрофон быстро Джейсону Россу, чтобы он поделился, просто первые шаги с вами рассказал. Джейсон, go ahead, please. Start from where we were? Yeah, yeah. Okay, all right. So tonight we have some super exciting news for you with the new updates going out and for the true launch of Infinii, what everyone's been waiting for. И сегодня мы хотим с вами поделиться сумасшедшими новостями, которые у нас с вами сегодня происходят. И он на самом деле очень рад и воодушевлен тем, что сейчас происходит. Джейсон, by the way, online is like 1,000 yes. people. Amazing. Super exciting. Да, мы воодушевлены, потому что сейчас в прямом эфире 1300 человек, прямо сейчас, в настоящем времени. Это что-то невероятное. Okay, and Джейсон, let's do this. What if we give microphone to Alexey, so he will share what sure. he saw, and then we will share the Absolutely. Ребят, сейчас мы передадим слово Алексею Риделю, потом Алексею Михайлову. Они быстро расскажут вам свои впечатления от того, что они здесь видели. А потом мы будем делиться с вами новостями. Передаю слово Алексею Риделю. Да, ребят, всем привет. Микрофон. Микрофон. Ребят, всем привет, всех приветствую из Техаса, мы добрались сюда. Мы вчера проработали целый день в компании Infinii. Это было замечательное событие, поскольку на самом деле мы своими глазами, своими руками прикоснулись к тому, с чем мы будем работать в ближайшие 10 лет. Я хочу сказать в первую очередь то, что на сегодняшний момент в моей жизни было очень много людей и очень много встреч. Но я рад и очень счастлив, что судьба меня свела именно с этим проектом, поскольку я познакомился с замечательными людьми, которые имеют большое, огромное видение, которое на самом деле изменит мир к лучшему. Эти ребята, у них есть ценности, которые я разделяю в том числе. Эти ценности – самое важное, что может быть при начале каждого дела. И самая главная ценность – это помочь как можно большему количеству людей стать счастливыми, уверенными и жизнерадостными. Я очень сильно благодарю Алексея и благодарю всю свою команду за то, что мы познакомились с замечательным человеком Джейсоном. Это позитивнейший человек, который имеет огромное будущее и огромное видение в том, что он делает, и огромное понимание в том, что он делает. Это замечательные ребята, которые работают сегодня в компании Infinii и занимаются для нас мощнейшим анализом и построением стратегии для дальнейшего успешного бизнеса. Завтра мы встречаемся с Хитешем, это один из собственников компании Infinii. И сегодня у нас запланирована очень большая работа, потому что вы все знаете, что у нас временной период, то есть у нас временная разница в связи с географическим расположением. Старт компании запланирован на сегодняшний вечер, поэтому мы сегодня будем вместе присутствовать на этом запуске, и завтра мы будем вам давать замечательный контент в плане всех обновлений и всех новостей. Хочу вам сказать только одно. На самом деле, я всех вас поздравляю и поздравляю искренне за то, что мы прикоснулись к созданию, понимания мега-компании, которая в ближайшие 5 лет будет иметь удивительные результаты во всем мире. Потому что, как вы помните, Apple начинался с гаража. Здесь примерно та же самая история. Я вас всех поздравляю с сегодняшним стартом и всех поздравляю с тем, что вы в правильном месте и в правильное время. Передаю слово Алексею Михайлову, он тоже поделится своими впечатлениями. Мы стартуем,
Ура! Да. Ребята, всем привет! Еще раз представлюсь, меня зовут Алексей Михайлов. И я специально прилетел в эту компанию для того, чтобы посмотреть на эту компанию изнутри, потому что как у меня, так и у многих из вас возникают вопросы, насколько это реально. Ну, первый момент, который я хочу отметить, чтобы вы все понимали. Люди, которые работают в этой компании, это не новички на этом рынке. Люди профессионалы, и они прекрасно понимают, что они делают и на какой рынок они сейчас заходят. То, что ждет нас в ближайшем будущем, в частности, в 2016 году, я думаю, мы будем просто очень все приятно удивлены. Я не хочу говорить об этом, потому что об этом будут говорить директора компании. Второй момент. На сегодняшний день у многих людей есть некоторые сложности, трудности по регистрации в GPG. Кому-то не приходят пин-коды с письмами, кому-то не приходят подтверждающие письма для регистрации в компании Infinii. Об этих всех проблемах компания прекрасно знает, она реагирует. Важно понимать единственное. То есть это мир программного обеспечения. То есть и эта система будет постоянно обновляться. Благодаря нашим Надюше, которая осуществляет поддержку русскоязычного пространства, эти ситуации исправляются достаточно быстро и оперативно. Здесь мы познакомились с ней гораздо ближе. Я вижу, я прекрасно понимаю, насколько быстро реагирует компания. Они говорят: ребята, наберитесь терпения, мы знаем обо всех этих ситуациях. И мы видели, как это исправляется. То есть достаточно оперативно действует команда, которая достаточно слажена. Это очень позитивные люди. Ну и третий момент, о котором мне бы хотелось сказать. Я хочу, скажем так, где-то повториться, что сказал Алексей Ридек. Мы действительно находимся в правильном месте и в нужное время. На самом деле, те, кто никогда не принимал участие в предстарте или в старте компании, наверное, этим людям немножко сложно понять, что происходит на этапе старта. Вот сейчас мы являемся очевидцем. Сегодня будет анонсирована новая платформа. Кто будет спать, узнает чуть-чуть позже, потому что мы завтра будем делать бродкаст. Кто не будет спать там в 5-4 утра, может это наблюдать вживую. Поэтому, друзья мои, еще раз я вас всех искренне поздравляю. Я более чем уверен, что вы будете приятно удивлены от тех изменений, которые вы увидите в самое ближайшее время. Леша, передаю привет тебе, передаю тебе микрофон. Всем до встречи. Ребята, значит, на самом деле все замечательно. Я сейчас передаю микрофон Джейсону. У него целый список объявлений, которые он хотел бы до каждого донести. И количество посетителей в интернете 1499 человек. Это вообще феноменально. Я уверен, за сутки 5000 человек посмотрят это видео. Потому что то, что мы сейчас вам расскажем, это просто вау. Джейсон, go ahead, please. All right. We're super excited. I really am happy that you're all here. For all of you that joined earlier, great, you're in a perfect position. And those of you that are joining right now as we speak, you're going to be in the best position for when this company takes off. На самом деле, все Джейсон очень воодушевлен и рад, что вы на самом деле присоединились. Те из вас, кто уже подключился, вам очень все понравится, вы просто это очень круто. Те, кто сейчас только подключается, ребята, будущее будет просто фантастическое. Вы приготовились, да? Итак, мы начинаем. So tonight we have two webinars that will be live that go in through everything that is being released, but I'm going to give you a little update on what's going to be talked about here with Alexei. Сегодня вечером по нашему местному в Америке времени, то есть это в 9 часов по Хьюстону, то есть это плюс 8 часов по Москве, у нас будет два серьезных вебинара, компания будет проводить, в которых она подробно будет рассказывать обо всех новинках и обновлениях, которые компания запускает с сегодняшнего дня. Но Джейсон сегодня для нашей российской аудитории, русскоязычной аудитории, пройдется по тем обновлениям, объявлениям, которые сейчас будут выпущены. So besides all of our
amazing software that Hitesh Juneja created, we actually have now all these documents that are PDF now being translated into Russian and should actually be available. I believe over 3/4 of it is done as I speak. И на самом деле, то есть все документы, все видео, которые у нас есть, сейчас они переведены в формат PDF-файлов, и они переведены на русский язык. И Джейсон говорит, что вполне возможно, что прямо вот в этот момент, когда я сейчас с вами разговариваю, сейчас они загружаются и как бы появятся в бэк-офисе. Возможно, это может быть несколько часов. Они у вас появятся в бэк-офисе. And we have amazing Nadia that actually helps and runs all that and makes sure that we're doing what we need to do to take care of everyone. И также у нас здесь есть Надежда, представитель русскоязычной поддержки, и Надя обо всем заботится, Надя за всем следит, смотрит. Okay. Besides, you have amazing leaders, the three Alexis, and to come down here, and I'm blanking on her first name, that came down here to actually see everything and for firsthand know how everything's run, meet with us owners, and to truly know what we're doing here and why it's going to be so amazing for everyone that's listening to this. И на самом деле также здесь Джейсон говорит, что здесь еще есть три Алексея, которые приехали. Они из первых рук видят все, что происходит здесь в компании. Они общаются с владельцами компании, они общаются с руководителями компании. Они видят все, как все происходит. И на самом деле изнутри понимают весь процесс. И отдельно за это спасибо нам, что мы нашли время и прилетели сюда и проявили этот энтузиазм. Yes. So tonight, basically, when the system goes live, all the bonuses, ranks, and all that will be put in everyone's back office. You'll see all the BB generated in the downline views. The back office itself is amazing. Just one second. It's important. И на самом деле сегодня вы увидите обновление в бэк-офисе, вы увидите свой текущий карьерный статус, увидите все свои баллы, комиссии, все свои объем, который у вас там произошел, все BV, все вот эти, которые, значит, сгенерировали, да? То есть вы все это увидите в своем бэк-офисе, и это будет сегодня. И тот бэк-офис, который вы увидите, то есть новый бэк-офис, это просто очень классный, очень такой хороший новый бэк-офис, ребят, одним словом. So our links will go live tonight for our members. We have a lot more opt-in pages. Funnels for people to actually use to go out and share this amazing system with others. И сегодня вы увидите, что система, у вас будет активна ссылка, по которой вы сможете регистрировать людей. У вас будет система воронок для приглашения новых партнеров. У вас будет свой, so they will have their own replicated website. Yep. Yep. И у вас будет свой собственный сайт, по которому вы сможете приглашать в этот замечательный бизнес много новых партнеров. Perfect. So one of the big things that we're really impressed with is just with the initial start, we have over 300 people that hit manager or higher. У нас на самом деле, несмотря на то, что первый месяц мы только начали, у нас уже больше 300 человек, которые достигли статуса менеджер или выше по карьерной лестнице. And then over 25 that actually hit director or higher. И на самом деле у нас уже больше, у нас 25 человек, которые достигли статуса директор или выше в компании. So with just the amazing number of payouts, with a 70% company payout, we are seeing people do amazingly well with not just the promoting, but with using the system and getting going with learning how to purchase things on the third-party site. И на самом деле за этот короткий промежуток времени мы увидим людей, которые уже зарабатывают деньги не просто на, например, структуре, да, а уже люди начали продавать, используя наши платформы, и зарабатывать уже хорошие деньги. У нас тоже есть статистика по этому вопросу. So after tonight, there's some amazing things going to happen tomorrow. I'm not going to tell you everything, but you will get to talk to the mastermind of all the Infinii, Mr. Hitesh Juneja, which you will be amazed when this guy gets on here and just tells you what's to come. И у нас сегодня вечером, то есть, как мы уже говорили, в 9 часов вечера по Хьюстону у нас будет встреча с Хитешем, он будет проводить презентацию. Но завтра специально в 12 часов дня по Хьюстону или в 9 часов вечера по Москве, то есть через сутки, мы будем специально для русской аудитории проводить отдельный прямой эфир с Хитешем. Это просто гениальный человек.
который будет просто в деталях все рассказывать для русскоязычной команды, что сделано, как это работает, как это все использовать. Это будет мега мероприятие. То есть мы об этом вам специально сейчас говорим. I don't know anyone smarter than Hitesh, and anyone that is looking out to help the average person be able to be out there and be very successful. You're truly in great hands with the leaders we have here. And with the company and the people like Nadia that we have that help us do a better job. И на самом деле Джейсон говорит, что он не видел еще в своей жизни человека более умного, просветленного, чем Хитеш. И он очень рад работать вместе с Хитешем. И также он говорит о том, что то, что расскажет Хитеш, это на самом деле у него есть видение. Он хочет, чтобы большое количество, знаете, обычный человек мог на самом деле зарабатывать деньги, преуспевать. Это его большое видение и стремление, которое Хитеш притворяет в жизнь. И поэтому он будет проводить вот это мероприятие и объяснять, и давать инструменты, благодаря которым мы все с вами сможем помочь большому количеству людей воплотить эту большую интересную цель, чтобы у всех жизнь стала как-то интереснее, лучше, более обеспеченной. И Джейсон также благодарит, что говорит о том, что здесь у нас совершенно фантастическая команда подобралась во главе с Надеждой, которая поддерживает нас, прекрасными лидерами, и Джейсон говорит, что мы все в надежных руках в компании, то есть все будет в самом лучшем виде. Awesome. Итак, друзья мои, мы вас поздравляем, 15 число. I'm just saying that 15th of January, so this new releases, so it's we huge, reset huge. The clock, right? Yes. We reset the clock. Yep. Итак, друзья, мы вас поздравляем с началом новой эры. У нас новое отчисление. You know, 2000 years ago there was like a new calendar based on the... It is. It's new. The back office itself is amazing. Итак, то же самое у нас, ребята. У нас новое летоисчисление начинается с этой даты. Я вас всех поздравляю. Поэтому желаю вам совершенно сумасшедших, хороших, таких позитивных результатов в 2016 году. Завтра ждем вас на семинаре. В 12 часов по Хьюстону или в 9 часов, что равняется 9 часов вечера по Москве. Мы вам скинем на Фейсбуке, в чатах, по имейлу, мы вам скинем ссылку на это мероприятие. И добро пожаловать, завтра будет что-то невероятное. Thank you so much. All right. Awesome. Yay. Take care. Nice.